вы знаете, да, находится на склоне горы, где стеклянный лист, там стеклянный лист, море и обратно. Только очень долго длится трансфер. Да ничего не видно. По пути в аэропорт забираем туристов из отеля «Летуния» в Белеке. Соха Бич в Белеке. Отель Зейнеп. Забираем туристов. А следующая уже остановка – аэропорт. Давайте по поводу выезда немножко с вами поговорим. Самую важную информацию расскажу. Итак, все летят. Все, да, никто вам мало ли вы знаете. Передумали в дороге. Еще. Рейс у вас 4408. Отправляемся с дорог международного терминала. Город Киев, аэропорт Борисполь. С собой мы не провозим все, что имеет. Ножницы, колющие, режущие, жидкость более 100 мл. Ручная кладь до 8 кг, багаж до 20. Не вывозим все, что имеет природную ценность. Это ракушки, камушки, песочек, черепашек. Потому что ровно неделю назад у нас был случай, когда обнаружили черепаху в чемодане. Да, вот кто-то пытался вывести в коллегу карета, и все смехнули на детей, сказали, говорят, это не мы, это дети, все положили. Черепах никто не везет. Нет, я не знаю, если честно, занималась жандармерия, но скорее всего штраф, потому что эти вещи наказуемые, административные, очень сильно. Мы не с ним вывозить, не рискуем. Как вы отдохнули?